Я помню сон. Вася приходит и зовет нашу девочку, которую я еще не родила. Уже она большая, и я удивляюсь, когда-то она успела так вырасти. Он подбрасывает ее под потолок, они смеются, а я смотрю на них. Самого взрыва я не видела, только пламя, все словно светилось. Все небо. Ночью просыпаюсь, слышу какие-то шумы, крики, пламя, копоть, жар страшный. А он там внизу стоит, увидел меня и кричит, что на атомной станции пожар. Уехали они, как были в одних рубашках. Их не предупредили о радиации. Они думали, что едут на обычный пожар. 4 часа, 5 часов, 6 часов жду. Когда только поженились. Жили в общежитии пожарной части, где он служил. Всегда вдвоем. Ходили по улице, держась за руки, даже если в магазин шли. Я ему говорила: «Я тебя люблю». Но я еще не знала, как я его любила. Не представляла. 7 часов. В 7 часов мне передали, что он в больнице. Я побежала туда. Вокруг уже стояло кольцо милиции, и никого не впускали. Он выглянул из окна больницы и кричал мне что-то так отчаянно. Вышел врач и сказал, что всех пострадавших увозят ночью в Москву. И что нам нужно принести им одежду. Та, в которой они были, сгорела на станции. Прибежали с сумками, а самолет уже улетел. Нас специально обманули, чтобы мы не плакали, не кричали. К вечеру у меня открылась рвота. Я была на 6-м месяце беременности. Я сразу поехала за ним в Москву. К нему не пускали, кого-то просила, молила. Вот сижу в кабинете у заведующей радиологическим отделением. Она меня сразу спросила: «Дети есть?» А как я признаюсь? Скажу, что беременная, не пустит к нему. «Есть», отвечаю. «Сколько?»
Думаю, надо сказать, что двое, если один все равно не пустит. Она говорит, ну, хорошо, теперь слушай. У него центральная нервная система поражена полностью. Костный мозг поражен полностью. Обниматься и целоваться нельзя. Вы не должны забывать, что перед вами не муж, не любимый человек, а радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. Вы же не самоубийца, возьмите себя в руки. Даю вам полчаса. Но я уже знала, что не уйду оттуда. Если уйду, то только с ним. Поклялась себе. Захожу в палату, они сидят на кроватях, играют в карты. Вася кричит ему: «Твоя пришла». Он обернулся, смешной такой. На нем пижама была 48-го размера, а у него 52-й. Коротенькие рукава, коротенькие штанишки. «Ну и куда это ты пропал?» – спрашиваю. Я подошла к нему, обняла его и поцеловала. Вася спрашивает, что мне делать? Даже стены зашкаливали от радиации. Над ними, под ними, справа, слева никого, всех выселили. А через 2 дня он лежал уже не в обычной палате, а в специальной барокамере за прозрачной пленкой, куда заходить не разрешалось. А я ночевала там, рядом с ним. О том, что я ночую у него в барокамере, никто из врачей не знал, не догадывался. Я просила, умоляла, стояла у дверей, и ночью к нему меня пускали медсестры. Он стал меняться. Каждый день я уже видела другого человека. Ожоги выходили наружу, во рту, на щеках, на языке появились маленькие язвы, они... Потом стали расползаться, слизистая отходила пленочкой белой. Цвет лица, цвет тела. Красный, синий, серо-бурый. А это все такое мое, такое любимое. Иногда будто слышу его голос, живой. Даже фотографии так на меня не действуют, как голос. Но только он никогда не зовет меня. Даже во сне это я его зову. Возвращаюсь, у него на столике лежит апельсин. Улыбается, меня угостили, возьми себе. А медсестра за пленкой машет, что апельсин этот есть нельзя. Раз он рядом с ним полежал, его не то что есть, его брать в руки страшно. Ешь, говорит, ты же любишь апельсины.
Медсестра смотрит на меня в ужасе, а я... Я готова сделать все, чтобы он только не думал о смерти. И о том, что болезнь его ужасная, и что я его боюсь. В коридоре у меня закружилась голова, и я ухватилась за подоконник. Мимо шел врач, он взял меня за руку. «Вы беременны?» – спрашивает. «Нет». Я так испугалась, чтобы нас кто-нибудь не услышал. «Зачем вы меня обманываете?» – спрашивает. «Скажи, я правда, вы меня к нему не пустили?» Вот ему стало так плохо, что я уже не могла отойти ни на одну минуту. Он все время звал меня Люся, Люсенька. Звал и звал. Как-то посмотрел на меня внимательно-внимательно и говорит: «Так хочу видеть нашего ребенка. Какой он?» Я его спросила, как мы его назовем. Он сказал, что если девочка будет, то Наташа, а если мальчик, то Вася. Но у меня уже есть один Вася, ты. Мне другого не надо. Я еще не знала, как я его любила. Он, только он. Я даже не чувствовала толчков под сердцем, хотя была уже на 6-м месяце. Его ребенок. Почему это всегда рядом? Любовь и смерть. Кто мне это объяснит? Дальше последнее. Помню, урывками все уплывает. Сижу рядом с ним. Подниму его руку, а кость шатается. Телесная ткань отошла от нее. Кусочки легкого, кусочки печени шли через рот. Захлебывался своими внутренностями. Обкручу руку бинтом и все это из него выгребаю. Через 2 месяца родила. Раньше срока.
мне показали девочка. Наташа. Папа назвал тебя Наташенькой. Такая маленькая крохотулечка. Ручки, ножки. А через 4 часа сказали, что девочка умерла. Или не написано Наташа Игнатенко. Там только его имя. У нее ведь не было имени. Только душа. Вот душу я там похоронила. Разве можно убить любовью? Почему это всегда рядом? Любовь и смерть. Кто мне это объяснит?